Телеканал КРТ представляє. Чи сприяє українська влада отриманню вакцини від вірусу COVID-19? І якщо, власне, буде вакцина, кажуть, що вона буде коштувати 1000 гривень. Звідки будуть брати ці гроші? Кредити? Чи ми будемо самі платити за вакцину? Чи, можливо, держава нам буде забезпечувати нас вакцинацією? Будь ласка, пане Анатолію. Я думаю, що взагалі річ о вакцині вести не треба, тому що грип і COVID-19 – тільки одна з розновидностей инфекционных этих заболеваний, вирусы, которые характеризуются очень большой склонностью к мутациям. И антигенная структура этих вирусов меняется с огромной скоростью. Поэтому пока мы сделаем вакцину от одного штамма, появятся уже другие. И эта вакцина уже будет не такой эффективной. Конечно, существует понятие перекрестного иммунитета, и, конечно, в какой-то степени эта вакцина может помочь, но эффекта, вот, если это даже реально будет вакцина от вируса COVID-19, все равно 100% эффекта мы не получим, максимум 50%. Дякуємо. Поэтому смысла покупать вообще не вижу. Будь ласка. Категорически не согласен со своим оппонентом, потому что, более того, конечно же, мы все должны думать о вакцинации. На сегодняшний день, если появится вакцинация, то максимально мы сможем сохранить жизнь нашего населения. Более того, на сегодняшний день мы пока не видим даже предпосылки со стороны государства, чтобы мы уже говорили, а какое количество или процент населения, особенно групп риска, будет вакцинирован тем же самым от сезонного гриппа. Мы этого тоже не видим. Я вообще считаю, что Украина будет одной из последних стран, которые получат вакцину COVID-19. Не нужно забывать, что в нашей стране продолжается, к сожалению, антивакцинальная кампания. Последние исследования, которые показали, если бы на сегодняшний день была вакцина против COVID-19, то население у нас четко 50% на 50% разделились. Кто хочет сделать вакцинацию, кто не хочет. Поэтому однозначно нужно делать, но за последние, скажем там, десятилетия мы увидели, что государство сделало все, чтобы уничтожить заводы иммунобиологических препаратов, которые раньше вырабатывали вакцины для нашего населения, на сегодняшний день их полностью нету.